И вновь о продаже алкоголя в неурочное время. В одном из магазинов на улице Гагарина в Мурманске закон не соблюдают. Стражи порядка уже не первый раз застают продавцов за продажей спиртных напитков по ночам. Продуктовый магазин на улице Гагарина снискал плохую славу. Полицейские уже не первый раз совершают здесь контрольную закупку. Но владельцам точки, по-видимому, легче отделаться штрафами. Пиво вот это, хотите сказать, чтобы не выполняли, да? Не торговать пивом в запрещенное время значит упускать свою выгоду. Несмотря на очевидные ситуации, продавец, реализовавший алкоголь, даже слышать не хочет об этом факте и свою вину не признает. Сегодня в ходе мероприятий по пресечению незаконной торговли алкогольной продукцией на территории Ленинского округа города Мурманска выявлен факт продажи алкогольной продукции в магазине в период с 21 до 11 часов утра в нарушение постановление правительства Мурманской области. В отношении работников торговой точки составлены административные протоколы. Им снова грозит денежный штраф, размер которого может доходить до 40 тысяч рублей, и конфискация спиртосодержащей продукции.